А сейчас на сцену выйдет сотрудник, который работает в компании Faberlic более 20 лет в сфере логистики. Именно она, как никто другой, знает, как важно качество сервиса. Именно она и огромная команда департамента логистики делают все, чтобы заказы доставлялись к вам вовремя. Встречаем заместитель директора по логистике Faberlic Ольга Антонова. Дорогие друзья, рада быть сегодня здесь на сцене конференции вместе с вами. Знаю, что многим из вас интересно знать, как устроена наша большая система сбора и доставки заказов. В том году мы перестроили логистические цепочки. Конечно, это был долгий и сложный процесс, и вместе мы справились, чтобы каждый лидер, каждый консультант и покупатель мог приобретать любимые продукты Faberlic и пользоваться ими с удовольствием. С гордостью поделюсь с вами некоторыми цифрами. В департаменте логистики трудится 800 человек. За год мы собираем более 7,5 миллионов заказов. Или 110 миллионов продуктов в штуках. И это только по России. Чтобы бережно хранить и собирать наши с вами заказы, на складах Faberlic обустроено 100 тысяч палетомест. Со складов продукция доставляется по всем регионам России и 13 странам. Мы выполняем более 40 тысяч рейсов в год. А это почти 6,5 миллионов километров. То есть как 8 раз летать до Луны и обратно, или 158 раз обогнуть экватор. Но сейчас я скажу о главном. Собственно, почему я здесь на сцене. Когда мы с коллегами в офисе обсуждали, кто нас вдохновляет, я сразу знала ответ. Для меня это владельцы пунктов выдачи и в России, и в странах Faberlic. Встаньте, пожалуйста, эти аплодисменты для вас. Многих из вас я знаю лично. Знаю, что порой вы не спите ночами и делаете все, чтобы наша логистическая цепочка никогда не прерывалась. Благодарю вас от лица всей команды. Ваш труд очень важен для всех нас. Желаю, чтобы и дальше ваша работа приносила такие же отличные результаты.